Ребят, всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я хочу поделиться с вами очень простым способом, который поможет в тех случаях, когда натирает кожу между ног. Этот же способ помогает, если у вас обувь натирает, например, пятки или пальцы. Для этого нужно взять любой твердый дезодорант, антиперспирант, который оставляет на коже белые следы. В принципе, шариковый антиперспирант тоже подойдет, но только тот, который после высыхания делает кожу словно припудренной и с таким белым налетом. Такие дезодоранты есть у Rexona, у Nivea, у Lady Speed Stick и еще у многих других брендов. В общем, можно купить самый дешевый антиперспирант, который оставляет на коже белые следы. И таким белым антиперспирантом и нужно намазать кожу, которая потеет, а потом натирает. Антиперспирант будет блокировать потоотделение, а белая пленочка, которая останется на коже, будет защищать кожу, и любая обувь не будет натирать ни пятки, ни пальцы. А если намазать антиперспирантом бедра с внутренней стороны, то натирать между ног при ходьбе тоже не будет. Антиперспирантом нужно провести по пяткам, пальцам или по внутренней стороне бедер несколько раз. Если вы мазнете по коже один раз, то это может не спасти вас от мозолей на ногах и опрелости между ног. Поэтому проводите стиком или роликом по коже 2 или 3 раза, и тогда все будет окей. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Буду рада, если лайфхак с антиперспирантом будет для вас полезным. И если вы знаете еще интересные способы, которые помогают, если натирает обувь или потеет и трется кожа с внутренней стороны бедер, то напишите о них в комментариях. И подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, и мы с вами скоро встретимся в новых видео. Пока-пока!